Всем привет! Покажу еще пару интересных ножей. Однажды Олег прислал мне посылочку, и в этой посылке среди остальных были вот эти два ножа. На этом клейма никакого нет, хотя не видно, что оно стояло и стерлось. Я его даже не чистил, просто помыл. Но думаю, все равно они имеют отношение друг к другу. Вот второй. Накладки на рукояти, конечно, похожи рисунком. А вот на этом двухпредметном ножичке стоит вот такое красивое клеймо. Старинная английская фирма из Шеффилда была основана Джоном Тейлором в 1820 году, а в 1838 году Тейлор зарегистрировал товарный знак. Он выбрал это название, вдохновленный стихами Генри Шекспира. «Ни один глаз не видел такого». После смерти Джона Тейлора в 1854 году фирма перешла к его дочери, которая вышла замуж и вошла в семью Нидхэм, известных производителей ножей. Компания выпускала классические многопредметные складные перочинные ножи, а также кухонные ножи, в том числе и кованые. Кроме ножей выпускала ножницы, точилки и различные кухонные инструменты. Кстати, до сих пор продолжает выпускать продукцию и имеет большие планы на будущее. Ну, этот вот такой. А вот этот такой миниатюрный. С латунными лайнерами, с мельхиоровыми притинами, Шеффилд, Англия. Вот такие вот два интересных ножа. Все-таки я склоняюсь, что они оба английские. А еще потому, что в сети попались такие же тейлоровские ножи, более современные. Ну а на этом все. Всем интересных пополнений коллекций. Всем пока.